Одна совсем большая. Лезгинка! Сэтька, пойдем проверять. Начнем с тебя. Ну куда ты уже вываливаешься? А, я первый раз вижу такой красоты. Сходить сюда нельзя. Я немножечко промокла. У нас начался три. Сейчас увижу котиков. Маленьких котиков. Ой, ой, сладкие мои кукурузики. Ой, я сейчас ручки помою. Затискаю. Я вся промокла. Ну, не сильно промокла. Да, ну сейчас я ручки помою. Пойдем. Потому что они учули, что мамка сейчас будет давать спустя. Почему-то одна совсем большая. Как-то я не логично. Нет, ладно. Несправедливо. Несправедливо, да, Тафненька. Ну, ты у нас это худенький, а тебе поменьше. Ну. Ой. А мне вообще не тебе похвала. Я бы так, если бы я ехала с дачи, я бы тебе мяту привезла, зелени. А так, что еще раз? Как говорит наш президент, если бы бабушка была бы дедушка. Сыречку ты сегодня заберешь. Ой, фу, мы тебя сегодня заберем. И через пару дней Тафочку. Почему мы через пару дней Тафочку забираем? Мне уже задали 300 раз этот вопрос. Ну, надо потихоньку, чтобы семья не убежала вся из дачи. Да. И тебе обратно пришлют вместе. Да, на самом деле тут критериев много. Они, знаете, вместе, они настоящая банда. Поэтому, когда они вместе сидят, ты все, жуешь, что ли? Тафонька. А он не торопится, он такой вот степенный. Да не подавись только, что-то он вот. И поэтому, когда они будут поразились, то есть, когда мы приедем, Сэдди сначала свою территорию с котиками, и он поймет, что типа... Они котов гонять будут по раздельности, это будет лучше, понимаешь? Да. Они будут на кошачьих правах приедут. Короче, когда приедет Тафи, Сэдди скажет Тафоньке, что с котики шикарные, что с ними будем дружить. Вот. И деда в отрыв. И деда в отрыв, Давай, лезгинку. Лезгинка! А у меня веронички, смотри, какие вкусняшечки куплены. Ох ты, я вчера один раз не столько вкусняшечек съела. Нет, подожди. Ну это с кофеечком, я с удовольствием. С кофеечком, да. Вот турка. Вот турка. Моя турочка. Чтобы не пылилась, еще так. Нечем закрывать, у вас крышечек нет для турочки. Да. Сюда. Я к вам не с пустыми руками, между прочим, приехала. Вы знаете, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем с вами купаться. Купаться будем? Уже 100 лет вас не купали. К тому же, Сэдьку мы сегодня забираем. Должен быть чистеньким. Это у нас шампуни от фирмы Nature's Miracle. Будем их пробовать впервые. Значит, это у нас с ароматом дыни, а это против линьки. То есть, как бы линька проходит быстрее. Но самое главное, что преимущество данных шампуней, вообще вся линейка состоит из 7 шампуней и одного спрея. Они все предназначены для устранения запаха мокрой шерсти. То есть, как заявляет производитель, после того, как мы помоем собак данным шампунем, ну, я сегодня попробую сразу два, одно на Тафоньке, второе на Сенечке. Данные шампуни содержат уникальную формулу, которая устраняет запах мокрой шерсти, также, естественно, бережно очищает. Производство данных шампуней – это США. В состав шампуней входит алоэ вера, которая увлажняет и успокаивает кожу, и также пантенол, который восстанавливает кожу и шерсть. Вообще, эти шампуни я видела, мне кажется, везде. И в магазине 4 лапы, Бетховен, Pet Shop, на Озоне также видела. Ну что, давайте будем пробовать. Кстати, аромат у них просто бомбически. Вот эта вот дыня просто нереально пахнет. Сэдька, пойдем проверять. Начнем с тебя. Начнем с Сэдьки, потому что вдвоем вы не помещаетесь. Вы толстые попки. Ну что, первую сосиску я уже намочила. Ждем подмогу в виде папы. А то неудобно. У меня штатива с собой нету. У нас папа сегодня будет штативом. Так, только смотри. Ну, я такая не накрашенная. Я могу попадать в кадр, но в основном как бы вот чтобы... Ой! Кто сейчас больше линяет, да, Фили, Сэдди? Сэдди, тогда тебе против линьки. Ой, как вкусно пахнешь, цитрусом, Сэдди. Да ты мой лимончик. Так чистый моя лапа. Давай прям рассилишь мою лапочку. Ну вот чуть-чуть, ну, Сэдди. Сидюха, покажись вам морду красивую. Ой, сейчас выжмем лапки. Раз. Надо было в стиралке. В сушку, да?
Ой, тут намочил, тут сыпь своими устами. Ну куда ты уже вываливаешься? Нет, стоп, стой! Стой, ну подожди, сейчас будешь валяться. Сыпь, краска вся смылась. Он просто был очень грязный. Да, я думал, что он всегда такого цвета должен быть. Нет. Точно? Точно. Цифры идут? Ну, уже 6 секунд. Ой, извините, я просто не слышала. Все, давай, иди. Пойдем, я тебя там расстелю. Ой, так все мокрое. Ой, давай. Валяйся, я пока для Тати полотенце подготовлю. О, на, я первый раз вижу такой красоты. Ах, красава. Пушистик, надо тебе еще когти подстричь. Пахнуть дынькой. Ты не против? Ты что, спал, что ли, такой испуганный? Ну, такой сонный. Я вообще-то спал. Смотрите, как у нас волчара. Волк. Ну, еще рано. Подожди, котя. Еще рано. Ну что, с легким паром, красавчик. Запаха реально нет. Я думала, знаешь, типа надо попользоваться с ним чуть-чуть. А ты, оказывается, уже и не пахнешь псинкой. Ты теперь не псинка. Ты дынка. Не псинка, а дынка. Ой, извините. Так, тогда отходи туда по полю. Да, отходи! Не сходить сюда нельзя. Ты мы заорали, поэтому он... Он пришел Тафаньку спасать. Такой, Тафань, ты мой волк. Кстати, это дачная полотешка, помнишь его? Угу. А, кстати, не забудь мне полотенце взять туда, потому что мы же тут тоже будем купаться ходить. Ты подожди, ну, Тафанька. Готовься. Ты моя вкусняшка. Я пока не дам. Тафуль! Так, что вам надо будет сейчас немножко отдохнуть, когти подстрижем. Тафи, иди на полотешку. А вот Сэдди уже занят. Не ударься ты, господи. Ну да, я сейчас водичку сделала хорошенькую. Ой, у него клок шерсти торчит. Выдернул. Папа, посмотри. Какой клок шерсти. Ну, сейчас они подсохнут, я их еще раз расчешу. Просто у него так вот болтался на попе. Ты же можешь читать бесконечно. Ну, после стирки, ой, после мытья они вообще шерсть отходит на ура. Вон ты тоже болтается. Это просто следы, когда собаки ходят, обтираются. Я мою, вот, но они на его губы не отходят. Слушайте, ну я могу сказать, что запаха действительно нет вот этой мокрой псинки. Сейчас еще подождем, посмотрим, как. Но пока во время мытья я вообще не чувствовала. Сейчас тоже. Молодцы. А смотри, Сэдди уже как будто сухой. Да. Ну, не, сухой-то он еще будет не скоро. Просто раньше Сэдди медленнее всего. Мы когда на даче были в прошлом году, они из речки выходили, Тафи быстро сушился, а Сэдди был, помнишь, до ночи мокрым. Ну, он тогда еще щенок был, шерсть другая. Ой.
Что, мы большое дело сделали? Да, два больших дела. Еще осталось, еще два. Постричь когти. Что это? Время почесать. Чижиков уже подсохли. Пойдем, Санечка. Пойдем. Давай, мой. Ну, чуть-чуть подвинься. На дачу приедешь, котики не узнают, скажешь, что это? Что это за конфетка приехала такая чистая? Запаха правда нету. Ты теперь сладкий песик. Так что, Сеська, теперь смело будешь купаться в озере. Кайфово будет вам, хорошо. Ты потом тоже к нам приедешь. А фульминатором не хочешь почесать? Ну, нет, сначала надо походерочкой. А потом фульминатором. Можешь его, кстати, пока достать. Ага, спасибо изобретателям за эту штуку. Папа просто в таком восторге от форминатора. Он всегда чесал пуходеркой. Потом, ну, боялся форминатора. Я потом ему показала. И папа теперь форминатор. Форминатор — это вещь. Еще какая. У него, кстати, корочка отпала. Подрались тафочкой тут. Кусили за губу моего Бубочку. Смотрите, какую силу тафонька. Ну что это такое? Так, а по-моему, по мокрой шерсти фурминатору не надо, если я не ошибаюсь. Пока так. Ой, какой ты белый, белоснежненький. Так, подбил. Так, с кухни уйдешь. Чего ты на кухне чешешься, папа? На кухне нельзя чешется. Сейчас напишу, дома тоже не чешут. Почесались. Ты все слопал? Ничего себе, ты быстрый. Так, надо еще коготочки. Дай покажу. Вот эти подстрижу коготочки.